Нашла. что? Снимается все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Она вышла, на ней сетка. Сетка. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Ольгу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ольги поднимайся в комнате диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем. Мы на месте. Это не сетка, это паутина. Паутина. Хорошо. От, э, мы приветствуем Ольгу, интересуемся, готова ли она к диагностике и к проверке. ли она нам свое биополе на период сеанса. накивает? Я даю команду на счет три: сканировать пространство над головой Ольги под ногами. 360 градусов. Вокруг нее сканер, сканировать сканирует все семь тонких тел Ольги. Находит все. Я даю команду на счет три паутина выходит, отключается полностью, то последнего микрона формируется шар, отправляется в клетку-тюрьму. К паутине арахноид притянулся. Отлично, отправляю все в клетку-тюрьму. Ставим маячок, если это тот арахноид, который сидел 11 лет в ней. Загорается зеленый маячок, если нет, красный. Какого цвета маячок? Красный. Хорошо, паразит, откуда ты взялся? Она видела ее энергии и накинул сетку. Да. А сейчас я на него накинул. Другие не зашли. Хорошо, не сейчас. Да, понятно. Хорошо. Где ты ее зашел? В квартире. В квартире. Мы сегодня будем ее чистить и сожгем все. Все, что ты там установил вместе с тобой. Тебя устраивает такой вариант? его а, ну, уйти у нас еще канал есть. Хорошо. Выстраиваем второй канал, кто у нас там? Красный дракон у нее внутри, он полыхает. Он еще не вышел? В клетке. Считай цифру красного дракона. 16.32. Так, 16.32. На каком основании ты здесь находишься, паразит? Очень яркая она была. Хорошо, сейчас ты будешь ярким. Достаю печать, семя. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Вот сейчас ты яркий. Он понял, понял, выключи. Я не знаю, понял ты или нет, выключая печать. Я не знаю. Что ты понял, дракон? Старейшины мне объяснили. Угу. Хорошо, объяснили, значит, тебе старейшин. Ты присутствуешь в доме? Твои платы там присутствуют. Присутствует. Арахной, твои твое наследство там присутствует. Паутина присутствует. Есть. Кто еще присутствует в квартире? Есть другие интерференты? Есть. Угу. Понятно. Мы сегодня будем чистить квартиру. У нас есть разрешение на чистку квартиры. Поэтому сейчас вы все вытащите, все, что вы оставили в ее биополе. После этого я вас отпущу в квартиру и спустя пару минут приду сразу вслед за вами. За это время вы должны будете убрать все полностью, все, что вы установили в квартире, и сразу же готовиться к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он просто банально сгорит в клетке тюрьме. Я это никому не желаю, но я предупреждаю о такой возможности. Вам это понятно? Им это понятно. Хорошо. После того, как проверку пройдете, я открою каждому канал на его частоту. И отпущу на его чистоту. Кто повторно попробует войти в эту квартиру, тот повторно встретится со мной. Встреча вторая заканчивается фатально для любых интерферентов, предупреждая сразу. Хорошо, Вера. У да. нее еще в ногах воронка. И воронка выходит. Разлилась. Выходит воронка, отправляется в клетку тюрьмы. Так где же она их подхватила всех? Наступила она, блаждающая воронка. Понятно. Она показывает, как она, ну, как к ноги поднимает. И... Сколько у нее герц в этой воронке, считай? Восемь. Восемь герц. Ольга, вы можете войти только в воронку, если ее частота соответствует вашей частоте. Вы вообще заправлялись энергиями? Вы поднимаете себе вибрации? Или вы просто как к зубному врачу сходили и подумали, что на следующие полгода я спокойно? Вы работаете над собой? Вы наши рекомендации исполняете? У нее дома энергии давят. Дома. А сама она занимается? Дома Чем? низкие энергии. Она пытается, но не может. В визуализации плохо у нее работают. Могут и интерференты мешать. Хорошо. Значит, у нас воронка. Ответственность за воронку. Если есть, он притягивается. Нет, ответственна. Открывается под воронкой портал в галактическое ядро. Воронка уходит на переработку. Закрывай, печатывай. растворяй. Хорошо. У нас остается арахноид и красный дракон. Еще кто-то есть? Нет. Арахноид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся, все иголки. Ничего он не успел оставить, только сетку накинул. Повезло Это тебе, не хорошо. Светило. Хорошо, под его сеткой открывается портал в галактическое ядро, сетка уходит на переработку, закрывая, печатывая, растворяй, чтобы ты понял, арахноид, насколько серьезны мои намерения. Красный дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, все, что ты установил, возвращайся назад. А он ничего не установил, он жрал ее энергии, сердечной чакры, и у нее давило внутри от него. Остановить не успел он ничего пока. Сколько ты находился в биополе, Красный Дракон? Два дня находился. Да тебе реально повезло. Там еще его энергии надо выдавить. Включая внутренний белосвет Ольги 1, 2, 3, все энергии, которые находятся, находятся на чистоте красного дракона и арахноида, на счет 3 выходят и формируется в шар. Один, два, три. пошел свет. Свет выдавливает эти энергии, энергии формируется в шар перед ней. Она говорит, ну вот как раз это мне трудно визуализировать. Я не понимаю, как этот цвет наполняется, должен и выдавливать. Вы видели шарик, как выглядит? Конечно. Ну вот, представьте себе, что из этих энергий начинает надуваться шарик перед вами. Все нити этих энергий летят в этот шар. О, шар может менять цвет. Обычно это темные энергии, могут быть зеленые любые. Энергии это энергия интерферентов. Вот. И как шар сформировался? Сейчас подождем, как он сформируется. Вера нам скажет. Она говорит, как легко это все вылетело, независимо от меня. Абсолютно верно. Вы должны просто верить себе, даже не видя того, что вы себе представляете. Вы не можете его увидеть так с открытыми глазами этот шар, как вы в физическом биороботе его видите. Вы должны его просто себе представлять или знать, что он там есть, или представлять, что он формируется. Это один и тот же результат. Она говорит, значит, выдавливать не надо. Да, конечно, надо выдавливать. Вы же должны выдавить в этот шар нити. И, эти все нити этих энергий, конечно. И вот так когда они... Нить хорошо. Нити энергии выходят, эти негативные, и летят в этот шар. Они всасываются туда, и шар становится больше. Мне трудно представить, пока буду работать над собой. Наблюдайте, наблюдайте, как мы сейчас работаем, вам будет легче, мы будем описывать. Хорошо, Вера, как у нас шар сформировался? Готов. Хорошо, и как вы почувствуете, шар сформировался, обычно это минута времени. Вы даете команду, открывается портал в галактическое ядро под этим шаром, 1, 2, 3. Представляете, как внизу открывается воронка под этим шаром. И засасывает туда, и вы даете команду, и этот шар с этими негативными энергиями уходит на переработку, в чистую первичную энергию. Щелкайте пальцем. И наблюдаете мысленно, как этот шар улетает в эту воронку. И потом говорите, закрывая, печатая, растворяя. Все. Через одну минуту вы себя будете отлично чувствовать. Благодарю. Мне как-то даже веселее стало. И уверенно. Да. Это совсем не трудно. Вы просто думаете так. Хорошо. Так. Давай заправим энергиями. Значит, если никто ничего не оставил... Даю команду Ольге сделать импульс высокой вибрационного шока удара и на счет 3 сжечь все каналы к интерферентам. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Получилось ли? Да, совсем не трудно, она говорит. Вообще легко. Открывается портал в галактическое ядро, и канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Давай заправим Ольгу энергиями. Посмотри, сколько энергии нужно ей, какая частая вибрация максимально комфортная. Рахноид говорит, вот опять будет ходить яркая. Арахнет, посмотри на меня, я не яркий. За защиты. А у нее нет защиты. У нее нету разве Меркабы в ее биополе? Есть, но она ее не видит. Они не видит, значит, нет защиты. Представлять должна. Ольга, Подяжу. вам... Вы обратитесь к нашему администратору Ольге, вы должны представлять себе эту защиту Меркаба, она у вас есть, активирована еще три защиты в ее биополе, Меркаба 1, 2, 3, для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Посмотрите, это трехдимензиональная, в, трех, в, трех, в третьем измерении печать царя Соломона, и вы находитесь внутри ее. Она говорит, да, я знаю про нее, но... Не думала, что так важно ее представлять. Это единственная универсальная защита, которая всем открыта. Вы должны ей активно пользоваться. Рахной, ты зашел бы, если бы ты увидел активную меркабу в ее биополе? Если бы она была твердая, нет. Твердая зависит она от ее. Она сожгла бы мою паутину. Хорошо, обращаясь к дракону красному. Ты бы вошел в ее биополе, если бы ты увидел меркабу, твердую в ее биополе. Но он показывает, что он с разных сторон, даже если бы пытался, не смог бы пробить. Хорошо. Ольга, сейчас вы понимаете силу вашей защиты Меркаба? Намерением она выставляется. Чем сильнее намерение, тем сильнее твердость у Меркаба. Вот. Так и есть. Вам это понятно? Мне понятно. Мне так радостно. Спасибо за эти уроки. Давай заправим Ольгу. Мы ее заправили или нет? Мы нет. так заговорились. Давай, считай, пожалуйста, информацию, сколько нужно ей энергии, какая частая вибрация. 320 и 27. И 27. На счет три макушку головы Ольги начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320 процентов каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Закачая все-таки еще энергии, поток радости отдельно. И на счет 3 открывая отдельный поток с энергией радости. 1, 2, 3. И в макушку головы ее Ольги пошел этот поток, наполняет полностью энергией радости. Все поднимается до 27 Гц. Готово. Синхронизируется энергия вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо. Сейчас буду отправлять синего красного дракона и арахноида в квартиру. Они пока собирают все. на еще три портал в квартиру у Ольги. Один, два, три. Красный дракон уходит в этот портал. Собирает все, дождается нас. Арахноид уходит в этот портал, собирает все, дождается нас. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, как вы себя чувствуете, Ольга? Она говорит, волшебное чувство. Она смотрит на себя, она переливается. Все, вот эта радость, она как подсветила все энергии и гармонизировалась, когда она, она разными цветами в таком балансе полностью по всему телу. Понятно. А Ольга, в принципе, не могла знать о нашем первом сеансе, потому что он не, не, получился записать его, поэтому как заправляться энергиями она тоже не могла представить. Сейчас у Ольги есть уже этот наглядный пример. Вот, Ольга, прислушайтесь словам насчет защиты Меркаба. Вам надо ее выставлять каждый вечер или каждое утро. Просто знать, что вы находитесь внутри, представлять, как она выглядит. Ольга, наш кор администратор, вам это покажет. Точно так же Ольга вам перешлет. Напишите ей, чтобы она манифест текст вам прислала. Вы должны текст манифеста читать. Это укрепляет изнутри ваше сознание и ваше намерение. Отлично. Она говорит: я так чувствую себя интересно. Эти энергии, они как, как живые, как повелятся внутри. Они есть живые. Это приятно ощущать их. Это есть живые энергии. Мне нужно привыкнуть к ним. Хорошо, Ольга. Будем возвращать вас назад в ваш биоробот, и после этого сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ольги в систему биоробот душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Хорошо, отключайся от Ольги и поднимайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте.